Всем привет, друзья! Вы на семейном канале Baby Go. Здравствуйте, наши дорогие Baby Гоши! Денис, на каком канале наши друзья? Денискин канал Тлика или Делики, или Делики, да? Сегодня у нас DIY. Для чего он нам нужен, вы узнаете в следующем ролике. А сегодня мы сделаем футбольное поле. Для этого нам понадобится крышка от любой коробки, можно конфеты, вот у нас грузовиков. Это для того, чтобы обводить, рисовать ворота и разметочку всю. Ножницы. Два листочка цветной бумаги, чтобы сделать красивое поле, да? И черный маркер. А ну что? Клей? А, конечно, простите. И, конечно же, клей. Ну что, готовы? Да. Делаем футбольное поле. День, да. Ты что будешь делать? Вырезать? Клеить? Клеить. День будет клеить, мама будет вырезать. Я буду разлиновывать поле. Давай, сейчас надо сделать две половинки, потому что одна половинка для одной команды все равно, а другая для другой, чтобы было все понятно. Что? Ты будешь участвовать, помогать? Что нам написано? Нет. Давай, чтобы сгиб было видно хорошо, да, чтобы можно было аккуратно вырезать. Нам еще, чтобы это, здесь цвета накладывать, надо серединку выбрать. Давай ее пометим. Давай, клади по краю, вот зеленый, прям чтобы упирался с этой стороны. Не, видишь, он здесь у тебя чуть-чуть подвинут там. Да. Вот, нормально. Так, желтый надо тоже обрезать. Давай я сейчас помечу. На чем обрезать желтый? Просто ты хочешь сверху наклеить? Все, окей, у нас готово. Берем ножницы, начинаем вырезать. Нет. Ичка, будешь папе помогать? Нет. Я его склею. А маме будешь помогать? Нет, у меня нет хороших ножниц. Только клеить будешь? Ну, ты сейчас отрежешь, и начинаешь с ними клеить. Хорошо. Я сейчас отрежу, мы с тобой начнем клеить. Ну, ты сам будешь клеить, держи. Ты прям в коробочку сейчас клея накапай. Так, вот прям капай в коробочку. О, пошло дело, да? Ну, так, тут много не лезет, а то на... Конечно, давай вот здесь еще. Будет долго. Вот здесь вот, да? И вот здесь промажем. Мы с тобой по периметру. По периметру. У нас опять что-то застряло. Оп. Отлично. Сейчас еще зеленую день. Теперь жди. Мама вырезала. Желтую накладываю. Мама, держи. Сейчас вот сделаем зеленую, да? Угу. А какие там буковки? Так. Написаны? Да. Барамба. Барамба. Так, все, желтая. Клей еще один. Капать. Часть газона готова. А пап тебе поможет? Вот. Ничего, мама поможет. Вот, от души не жалеем клей. Льем. Все. Даже букву какая-то получилась. О, что за буква получилась здесь? Как ты думаешь? Почти А, да? Все так. Или П. Так, теперь, значит, когда мы приклеим, мы рисуем центр поля. Ну, наверное, все догадаются по разметке примерно, что это такое, да? Все, мы рисуем центр поля. И обводим кружочек. Обводили? Угу. Угу. Так, центр поля есть. Теперь рисуем полукруг-то. У меня есть классная идея, тут все равно не получится так. Придется от руки. Ну, от руки не рисую. Это у нас еще одна разметка. Раз. Два. Друзья, ну смотрите. Наше поле готово. Наверное, по ряду косвенных причин вы догадались, что это, наверное, типа футбола. Но, на самом деле, это очень забавная игрушка. Давайте так, в следующий раз мы обязательно вот эту игру сыграем. Я пока намекну, что это такое, вы попробуйте догадаться. Я вам скажу только одну штуку, которую мы будем играть. Фа-соль. Так что пишите ваши догадки в комментариях. Ну а если кто угадает первым, мы его разместим, наверное, в комментариях, да? Да. Ну вот такой вот простой сегодня DIY был. Дениска клеил, пап с мамой вырезали, разлиновывали. Впереди еще, естественно, игра на этом замечательном поле. Ну а на сегодня все, друзья. Ставьте нам пальчики вверх. Денис, как пальчики вверх?
Вот так вот, да. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои самые лучшие комментарии, чтобы попадать в наши следующие выпуски. И, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших самых свежих новостей. Также не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте, в Инстаграме, на страничку на нашу, да? Ну а на сегодня все. До новых встреч, друзья! Пока!